So after this logical training, we can return to geometry. The problem about tourism. So imagine we have a lake or pond. You know what is lake and pond? Lake and the what is that? A pond? No, it's a pond. То есть общем это почти одно и то же, но не совсем. Значит, представьте себе, что у нас вот имеется водоем 3 километра и 4 километра. Ну вот так можно нарисовать даже аккуратно. Что он такой квадратный? На квадратике я знаю. И мы находимся вот здесь. И у нас есть силы пройти 7 километров. Здесь у нас поле, мы можем ходить где угодно, а здесь вода. И сюда мы ходить не должны. И вот мы находимся здесь, и мы можем пройти 7 километров. Спрашивается, ну и после этого, допустим, мы хотим поставить палатку. Спрашивается, где может оказаться палатка? Где те точки, в которых мы можем оказаться просто всех этих наших. Сколько здесь раз? Да, еще какие? Боже. Честно, можно показать, где мы куда можно, куда не надо? Сюда уже нельзя, потому что далеко. Но еще мешает пруд. Мы не можем заходить сюда. Поэтому скажем, хотя вот здесь и близко, и непонятно, можно дойти, нельзя дойти. То есть это надо понять, куда можно попасть, а сюда нельзя. We just can't and move, starting from here, we move and we make 7 kilometers and that's the stop. But we can go wherever we want in any direction. The question is, what are the points where we can come, and what are the points where we can come? So just there are accessible points or inaccessible points. В Янаре у меня есть на эту тему роскошная картинка. Когда было цунами, какое-то особо разрушительное, там какого-то года, когда много людей погибло, то там сделано следующее. Нарисован землетряс, ну, полная карта, и показано, как удар цунами распространялся, ну, вот, огибал материки, распространялся по океанам, и как он обогнул в конце концов. Вот, ребят, здесь же примерно то же самое. Представьте себе, что из этой точки у вас расходится такая волна, которая, что называется, умеет загибать за угол, но не умеет распространяться по этому прямоугольнику. Где мы вначале находимся? Да, сейчас. Вот это здесь вообще как мы... Это дуга. Это дуга. Еще раз правильно. Пока я вижу. Дуга, а здесь дуга. Да, я вижу. Ну, это правильно, да? Но на картинке, значит, предлагалось нарисовать, если мы здесь. Можно?
он нарисовал что-то там. Это не совершенно правильно, если я сделал другую картинку. Вот, вот начальная точка. 4, 3 и 7. Это тоже вы очень легко нарисуете, но на вытянутости. Граница состоит из двух окружностей. Где эти дуги, сколько их? Нет, значит, где одна окружность? Вот, вот там одна дуга окружности. Она где-то сменяется друг. Где эти границы? Можно отметить? Ну, что-то вроде этого, но давайте посмотрим более аккуратно. Вот здесь это будет окружность. На радиусе 7, 2, 4, 6, 7. Вот такая. Ну что, понятно, что спрашивается или нет? Ну, let me say some kind of another viewpoint. Imagine we have a dog, and dog is another picture, not a water, but a house. And there is a dog here. Oh, let's think that this is not kilometers, but meters. And the dog has a chain. По-честному отложить вниз 7, то, что вылезет за пределы, не страшно.
даже не вылезла. И теперь надо постараться достать окружность. Все получится. Хорошо.